Всем привет, мои дорогие друзья. Всем привет. Как ваши дела? Я, кстати, сегодня в колготочках со стрелочкой. Не знаю, видите или нет. Видите, моя стрелочка на колготочках. Стрелочка на колготочках. Вот такие дела. Можно баловаться уже даже на улице, благодаря погоде, которая наладилась. Привет, Тигроморик, привет, Михаил Шевцов и все вновь присоединившиеся. Я ваши имена в каждом эфире повторяю. Лежала, короче, отлежала себе голову, теперь сзади какая-то херня. Короче, вы мне Миша и Тигр. Пишите регулярнее всех, и я вас только упоминаю. Все могут подумать, что мы с вами какие-то эти... банда. Так, ну, можно сказать и так. Можно сказать, что на перерыве. Да, небольшой перерыв. Погода какая? Сейчас покажу. Сейчас покажу, какая погода за окошком. Видишь, какая погодка. Замечательная просто. Так. Тигроморик пишет, что колготки в сеточку все-таки лучше на мне. Ну, я в разных колготках в Crazy группе. В колготках и без колготок. И на любой вкус. Я в Crazy группе для вас. На фотографиях и видео жду каждого из вас. Кто хочет в мою crazy группу, пишите мне в личку, и я расскажу, как туда попасть. Вот, еще у меня есть Boosty, там тоже я вас жду. Чулки, а не колготки. Ну, кстати говоря, у меня не было чулок в клетку. Вот. У меня были только колготки в клетку. Но я думаю, в будущем я исправлю данную ситуацию и буду в разных, в сетках и без сеток, и в рваных сетках буду. Вот. Такие дела. Клетку не надо. Тигроморки, я только сейчас поняла, что я сказала. Я сказала в клетку. Это, знаешь, наверное, еще у меня травма осталась со школы, где эти тетрадки либо в клетку, либо в сетку. Надо было, знаешь, когда училка такая говорит, у тебя тетрадка не в клетку. И надеть эти колготки в сетку и сказать, а зато у меня колготки в сетку, короче. И, короче, ей показать, так погладить себе. Я думаю, меня бы, наверное, исключили из школы, да? Хорошо, что я тогда не была такой умной, как сейчас. Миша Шевцов пишет, что в клетку это идея для образа в шотландском стиле или фотосессии лесоруба. Кстати, фотосессия лесоруба это уже как-то по идее похоже с... я сейчас смотрю сериал «Король и Шут». Вот, и мне кажется, лесоруб будет в тему фотосессии, если что. Пугаю, чтобы ходить в клетку. Вот. Ну, хотя иногда я себя чувствую попугаем, когда вам говорю одно и то же. Вот. Бывает такое, что я чувствую себя дамой в клетке. Вот, Тигр Мурик, я не знаю, смогу ли я произносить то, что ты написал. Я дровосек,
отбивался от, ну, самые умные, мне кажется, сами дальше продолжат эту фразочку. Вот в таких вот я колготочках сижу, общаюсь с вами. Во, у меня сейчас подруга написала, что она в Азбуку Вкуса зайдет. Сейчас я ей напишу, что я захотела крабовых палочек. Так, вопрос. Я вернулась, сеть также нормально ловит или нет, друзья? Нормально сеть ловит или нет? Люблю конфетку в любом образе, прекрасно и неповторимо. Спасибо, Тигра Мурика, за столь приятные слова. Благодаря таким, как ты, делающим комплименты, я продолжаю дальше развиваться в своей любимой профессии. Наверное, для большинства людей моя профессия это очень звучит смешно, вот, но Тигр Амурик меня понимает, и это самое главное. Еще Михаил Шевцов у меня уточняет. Так, эфир еще идет, а то я Wi-Fi перезапускал. Да, идет. И хочу от вас узнать, нормально ли меня. Нормально ли меня слышно? Вот. И сеть, нормально ли ловит? Вот. Блин. Все, эфир у кранты. Так, Тигр Амурик пишет, что эфир не очень. А сейчас, Тигр, у тебя как, нормальный эфир или нет? Или ты расстроился только потому, что я не показываю свои колготочки? А, все отлично, все наладилось. Я на секунду вышла, чтобы написать, что я хочу крабовые палочки. Мне сейчас их принесут. Вот. Больше ничего не хочу. Отлично, отлично. Да, это дело не в том, что ты перезаходила, я просто отвлекалась. В WhatsApp заходила и выходила. Такие дела. Всем привет, кто только присоединился в мой эфир. Напоминаю, что у меня есть канал Бусти, где очень много классного материала, и все, кто там был, возвращались обратно всегда. Плюс ко всему, у меня есть крейзи-группа, сумасшедшая группа, где еще больше материала, короче, у вас. Есть два варианта. В прошлом эфире, кстати, я советовала месяц побыть в одном моем этом канале, другой месяц в другом моем канале, чтобы понять, какой канал вам ближе. Можете сразу в двух, если вы можете себе позволить наблюдать за мной везде. Вот. Тигр Амурик пишет, чтобы я перестала отрезать палочку у бедных крабов. Ну, я, кстати, сегодня даже... Нет, хотя крабовые палочки не такого цвета, да, друзья? Не такого, да, немножко такого более скромного вида они. Вернее, не скромного, что я несу, а другого цвета, оттенка. Вот такие дела. Давайте задавайте какие-нибудь вопросы, потому что если не будет обратной связи, я пойду смотреть в окно. А, Тигр Амурик пишет, сначала в одни канал зайти, потом в другой канал. Как это эротично. Кстати, да.
Видишь, у меня даже в моих речах эротичность прослеживается. Кстати, мои волосики. Как вы мои волосики? Менять каналы, что может быть прекрасней? Вот именно, Тигр Амурик, я рада, что ты знаешь толк в таких этих вещах. Миша пишет, что у него лагануло, и он спрашивает повторно. Я на работе сейчас? Да, я сейчас на работе. Жду своих прекрасных учеников, чтобы учить их уму-разуму. Хотя сама, мне кажется, я не особо так отличаюсь умом и сообразительностью, но, видите, находятся люди, которые хотят у меня учиться. Потому что я сама немножко осваивать только начала. Так, ну не будем скромничать, ладно, дальше продолжаю читать. Всегда заходите во все каналы. Вот. Слушай, это лозунг. Реально лозунг. Всегда заходите во все каналы, пишет Тигр Амурик. Миша Шевцов пишет. Ёлки, ты работаешь во второй половине дня? Ой, Миш, я работаю всегда и везде. Я всегда и везде работаю, и всех прошу заходить во все каналы. Так, Рональд Крей пишет. Эй, блин, это девушка, я думал, ребенок, прости. Ну, за твои мысли, как бы, это твои же мысли, зачем ты за них просишь прощения? Мне кажется, каждый человек вправе мыслить так, как ему хочется мыслить. Вот. Ну ладно, так уж и быть, я тебя прощаю. Но нет, я не ребенок, я уже взрослая девушка, у которой каналы не для взрослых. Вот. Не для взрослых. Господи, что я несу? Для взрослых. Господи, господи, что я несу? Каналы для взрослых людей у меня. Только для взрослых. Только 18+. И не меньше. Понятно? Я вас всех жду. На моем бусте Крейзи Группе. Так. В шоке, как ты выглядишь юно. Ну, блин. Ну, не знаю. Может быть, потому что я добрая девочка, поэтому я выгляжу юно. Была бы я злюкой, выглядела бы немножко постарше. Так, слоган дня. Да, не то, что слоган дня, а девиз по жизни. Заходи во все каналы. Мои бусти и крейзи группы. Михаил Шевцов пишет, что я с 8 до 5 вечера и уже охренел. Но у меня когда-то был такой график, и я тоже охреневала. Но у меня, кстати, было с 8 до 9 вечера, 11 вечера. Там. Ну, 11 вечера я была дома. Было такое, когда я была здорова полностью, сейчас немножко. Привожу в порядок свое здоровье, и дальше, мне кажется, вернусь в график, в котором я была. Рональд Крей пишет, каналы для взрослых, тогда я удачно зашел. Вот, друзья, вы все удачно зашли. Я вас всех рада видеть, и еще больше я буду рада вас видеть в своей крейзи группе или на своем бусте. Так. Тигр Амурик пишет, у кого меньше 18. Тигр Амурик, ты опять о своем, блин. Больная тема. Кажется, давно к нам не заходил в эфир. Так.
У кого меньше 18, не заходите в ее канал, ничего там краткостволым делать. Нет, друзья, рада видеть всех. Со всеми 18 и меньше 18. Я имею в виду то, что имеет в виду Тигра Мурик. 18 это не только возраст, я так понимаю, но еще кое-что. Вот. Михаил Шевцов пишет: не злюкай, не выйдет, у тебя лицо доброе, ты даже хмуришься по-доброму. А, блин, вас не обманешь. Я пыталась обмануть, но не вышло. Но не вышло. Имею в виду, что имею, то в виду. Вот такие дела. Вот такие дела. Вот такие дела. Имею в виду, что имею, то в виду. Что я несу? Вот это да. Что вам еще рассказать я могу? Что я могу рассказать вам, друзья? Я пошутил, что пошутил, но не шутил, что пошутил. Вот такие дела. Тебя понять, это ж надо, чтобы тебя понять, надо быть просто... Просто мной, наверное. Менее одаренные люди. Роналд Крей на Бусти зашел, а ссылку на Крейзи Группу он не может найти. Никто ее не может найти. Пока не напишет мне в личку. Ну, короче, напиши мне в личку, и я тебе расскажу, как туда попасть. Каковы условия участия в моей Crazy группе. И также, кто еще хочет туда попасть, помимо Рональда Крея. Пишите, я жду. Каждому из вас буду очень-очень-очень рада. Ты бы меня полностью поняла, полностью, как и я тебя, вот, полностью. Ну, я прям поняла, о чем ты говоришь. У меня прям глаза начали говорить о том, что я понимаю, о чем ты говоришь, на что ты намекаешь вообще, Тигр Мурик. Да. Тигры нынче стали напористы. И очень... Задористый. Что за слово? Интересное слово. Приятно, когда полное взаимопонимание. Вообще, да, я тоже люблю людей, которые находятся даже далеко, но ты знаешь, что они тебя поймут. Как-то одна из подруг говорит, Аня, что мне нравится, что когда бы я тебе не позвонила, я знаю, что ты меня поймешь, и ничего в твоей жизни не поменялось. Твои взгляды и так далее. Ты всегда остаешься такой, какой я тебя знаю. Вот. Ну, к слову, она всех остальных людей в своей жизни послала в мой Бусти канал. Вот. Мне, кстати, да, все дают мало лет, но это хорошо. Значит, есть к чему стремиться. Значит, будем расти, чтобы дальше продолжали давать мало лет. Вот.
Да, Михаил Шевцов, мне будет 30 скоро. Скоро мне будет 30. Кстати, я смело смогу станцевать под песню «Сектора Газа». Мне сегодня 30 лет, да? Блин, реально надо будет под нее станцевать. Ребята, блин, идея класс. Люблю «Сектор Газа», я уже как-то под него выступала на одном, кстати, из концертов Мертвого месяца. Вот, они все пели их песни, вот, а я танцевала под их живое. Вообще прикольно, когда живая музыка, вокал, и ты еще танцуешь, вы знаете, что, не знаю, стриптиз, наверное, можно слово стриптиз произносить ведь, да? Идеально, когда девушка много говорит мужчине, а мужчина ее много и внимательно слушает. Потом начинается самое главное, пишет Тигр Амурик, когда даже молчание больше говорят, чем слова. Да, это самое главное. Но это должны быть люди одного уровня, да, я, наверное, на этом остановлюсь. Иногда важно вовремя остановиться. А Михаил Шевцов пишет: «Добро пожаловать в клуб седины и скрипящей спины». Ну, у меня нет ни седины, ни скрипящей спины, поэтому, друзья, мне еще далековато до этого. Возраст — это лишь циферки. Главное, как мы себя ощущаем. Ведь наше ощущение передается в нашу внешность, поэтому, друзья, секрет прост. Просто быть на одной волне. Ну, чтобы быть на одной волне, надо быть на одной волне. Вот и все, что я могу сказать. На одной волне Бусти или Крейзи группы. Вот. Чтобы мы понимали, что нужно зайти во все каналы. Повезло. А я седой наглухо в 31, пишет Михаил Шевцов. Ни хрена ты даешь. Надеюсь, я тебя еще не скоро догоню. У меня, видишь, все нормально. Тигр Амурик пишет: «Я написал, что конфетка меня полностью поймет, как и я ее. И она сразу меня поняла». Вот так. Вот так. Главное в жизни взаимопонимание. Да, друзья? Ладно, что-то я засиделась с вами. Пошла я делать свои дела. Всем хорошего дня, отличного настроения. Вернее, всем хорошего вечера я желаю. И отличного настроения. Пока-пока-пока. Всех целую, обнимаю. До новых встреч в следующем прямом эфире. Вот. Goodbye.